Так, ребят, сейчас меня ждут, я еле встал. Вот с кофе иду. Настройка. Сейчас всеми буду сегодня заниматься. Все, тихо. Все, короче. Сегодня прям целый день посвящаю моим собачкам. Мы уже закончим там переварить. Да. Так стоит. А я после душа замерзну. И так и болел чуть-чуть. Ай, вынужден. Надежно. Это вы делали? Да, Валера стоял вот тут вот столько оставить. Там чуть это больше, потому что вот это ее обрежется. Но все равно лучше отрезали больше, чуть смотри. Запасом. Так, ребят, ключ. Тише, арабчик, тише. Надо включаться в работу. Араб, нельзя, малыш, потерпи, сейчас все погуляй. Сейчас все будет хорошо. Я хочу щенков сегодня переселить вот в эту будку. Ну, вот здесь, где бонитры. Там, потому что больше будка. Они уже ползать будут, они же крупненькие. В общем, сегодня много работы с собаками. Ну почему? Блин, хотел Линда найти, а скажет, потом Снежану путают. Так, пойдем быстро. Так, столько... Вот сегодня хотел заняться собаками, а сейчас... Блин, ну тише. А сейчас позвонили мне, в мой коп надо срочно. Уже думал, может, спать, блин, за хер поймешь, за чё хвататься. Вот все планы. Только, говорю, собаками займусь, обязательно что-то вот появится. Такое срочное. Ой, ребят, не успеваю, второй ролик уже делаю. Так, сейчас то настройку, сейчас ногти хочу стричь собакам. Волкам надо, волчат переселить. Короче, это куча работы. Бонита. Давайте, Валер, Бонита. Так, сейчас идите отсюда. Сейчас, ребят, знаете, что за... Сейчас я расскажу, что... Тише. Багиру любим. Давайте мы посмотрим пока. Так, сейчас опять закроем сейчас на себе. Так, вы не потеете здесь. Раз. Все, отлично. Что мы будем делать? Мы сейчас вот эту будку перекручиваем вот так. Во-первых, здесь проход сделаю для них. Сквозной. Это будет все для волков. Будку вот так переставим. Щенков сюда с луной. В принципе, они. Так, ладно, давайте. Никогда я ничего не успеваю. Ну я ж не ушел. Вот когда мне заниматься с собаками? Пипец. Порядки навожу, тут пипец было. Все в шребенке. Короче, поправляю, делаю. Мартышка моя. Зашла в будку. Но это побольше. Сейчас уберусь. Игрушки. А ну нельзя. Фу. Луна. Иди пошуму. Проглотила. Вот как им игрушки такие давать? Берут и едят. Выкидывают. Так, сейчас буду дырку. Ну если я сделаю дырку, потом как ее отпускать луну? Значит, и тут надо опять закрывать. Ну, пипец, если честно. Если тут вообще... А, тут можно просто наглухо закрыть. И что получится? Так, сейчас листы поехать купить. Там дырку сделать, зато уже бегать больше. А эту вот, хоп, закрывать. Так, мотку, дусину отчаян.
и ставим к нам. Кто говорил нет, это на земле, вот видите, как оно было. Все, сюда поставим. Для колобка, это для бониты. Короче, мясо делаем, все делаем. В общем, ни ногти не порезал собакам когти. Короче, бегаю с утра, вот сейчас еду за листами. В общем, вот так вот. А завтра домом надо заниматься, ну один день там. В Майкоп поехать. Так, в общем, такие дела. Кое-что интересное увидел. Остановлюсь, думаю, гляну. Сейчас посмотрим, что там такого действительно показалось или нет. Кошмар. Ребят, собака кошку кушает мертвую. Она ее тащила, я видел в машине. Она ее пыталась вытащить. Ну, за ногу тащила. Я думаю, показалось мне или нет. Кошмар. Жесть. Растраты, в общем, уже сделаю, будет удобнее. Почем? Это человеку. Все, а яхта. Ну, мясо. Привезли, да, мясо. Там, вообще. Вот, достаем занавесочки. Спасибо подписчице наш. Вот так вот. Как вам такая красота? Сейчас это все с будками. Так, мы идем работать. Молодцы. Ну, есть кабаниха. Что ж ты ушки? Да, ушки есть такой хороший. Бедные одичали, боятся меня. Ой, в нос прям полетелись, да? Ой, прям в нос получил. Как я хочу всех пообнимать. Я скучаю по ним уже. Если честно, просто реально некогда бегать, прыгать. Давай, девочка. Моя девочка, моя бониточка. Да, да, да. Колобочек, молодец. Сейчас в белом. Молодец, бегайте, бегайте, бегайте. Я пока поработаю. Чтоб завтра уже нормальный питов, может сейчас даже начнет пускать. Сейчас там сделаю. Сейчас, извините, я не успеваю. Вот теперь бонита потекла точно. Выдавай истерик. Да, Яврик? А Яврик? На. Не бойся. Яр, ты на человека похож мордой своей. Такой хитрый человек. Привет. Привет, Маш, привет. Пупсики. Ой, какая некрасивая пупсика. Ой, какая некрасивая пупсика. Ты ж моя солнышко. Смотри, они уже глазки вам не открыли. Давайте, блядь. Смотрите, это вы мои солнышко. Красотики, блядь. Уже гавкают что-то. И так классно. Короче, я работал, Луна прыгает на меня, облизывает меня. Дал? Дал, Луночка? Иди сюда. Иди сюда. Вот такой. Да ты моя. Все, Антимар. Молодцы, молодцы. Я делаю, да.
панику создают ужасно, просто с ума сходит, бегает туда, люди ходят там. Чё ж ты такой трус, а? Какой вид красивый у волков здесь. Закроется, да? Приелись мы. Красавица. Молодец, Ярик. Молодец. Я с ними по-хорошему. Не-не-не, он крутится. А он кого земля крутится, да крутится. Думаю, все закрыть здесь, а там оставить им как бегать. Ну, соединить эти два вольера. А в то же время, думаю, бля, вдруг что-то случится, вольеров не будет нормально. Просто я волчат туда не хочу, они там будут дикими. Поэтому думаю. Слушайте, ну если вот так, сейчас я не знаю, что делать-то. Волчат по-любому все. Можно дырку сделать, чтобы она. Блин, короче, хотел сказать, будку повернуть, там дырку сделать, чтобы оттуда заходил. Но я хочу там полностью закрыто сделать, чтобы Луна могла бегать там. А здесь вот закрывать, вот это наглухо закрыть, и вот тут наглухо. Чтобы и щенков сюда. Чтобы у нее была зона вот вся закрытая. Надо, открыл здесь, вон там пусть бегает. Как-то так, короче, ладно, делаю, что получится, то получится. Так, так, так. Панорама, так панорама. Красота, ребят. Опа, это что такое? Дал? Это что такое? Это кто такое? Что такое? Теперь у него целая куча места, да? Так. Так, я тут будки еще завтра буду переставлять или после. Да, Машка, уже. Фу. Да. Вот так вот закрыть вот это место. А это открывать, когда ты закрытый. Я не знаю. Вот эту тоже, думаю, штуку может убрать пока. Пусть уже нормально бегают здесь. В принципе, вообще будет ништяк. Сейчас мы так и сделаем. Луна мячик взяла, ходила, колбок гавкнул, упустила. Ты чё, мяч хотела? Ну пойдем возьмем. Где мяч, куда ты его укатил? Луна, смотри мяч. О. Ты его съесть хочешь, потом все понятно. Почему мы друг друга так любим? Чё за фигня? Пошла, Яврика встретила, а Яврик не поймет. У меня так всегда истерика, измена. А Яврик? А Яврик? Вот это я понимаю. Ребят, когда-то это строил на канале Агопи его банда, скоро будут эти все ролики, как я это делал сам. Все сам делал, а сейчас разбираю. Сам испугался я и всех испугал. Ну все. А, веселка стрессы.
вот так вот хотели. И этот столб можно убрать. О, слезами горькими мать моя зальется. Еще не скоро я вернусь домой. Сюда хочет перебросить чинков. Ну все, все открыл. Сейчас щенков. Ну пусть они еще сегодня тут побудут. Завтра перестановку сделаю. Короче, будет прикольно. Так, в планах у меня будку туда в край поставить. Короче, батарейки нет, выключается. Все. Так как я ничего не успеваю, я не буду откладывать на завтра. Я буду дальше заниматься этим. Потому что все горит, я не успеваю, нервничаю. Значит, работаем. Так, мне нужно вот эту будку перенести сюда. То бишь, вот тут открыть, здесь закрыть. Так, будку сюда поставим. Батарейку я поменял. Большую будку поставим, эту маленькую туда. Затем что? И все-таки я опять закрою, наверное. Я не знаю, ребят, честно. Закрою. Почему? Я хотел в эту будку, поэтому дырку сделать, чтобы они в этой будке были. Но раз эту будку сюда я могу перетащить, значит, зачем? Тут закрою. Получится, надо будет дырочку сделать. Тут буду открывать, будет выходить. Короче, она там, видите, хочет, там больше места. Я не знаю, что делать, честно, блин. Так. Сейчас буду все собирать в голове. Просчитывать, что лучше, что не лучше. Так, если я тут закрою дверцу, тут будет наглухо все закрыто на улице, то бишь здесь они могут гулять. Когда питы закрыты, здесь будут открывать, они здесь могут гулять. Вон, яврик валяется. Но сейчас дергать щенков тоже дело не есть хорошее. На ночь глядя, суету наводить не хочется. А она хочет суету навести. Нет, я завтра буду делать. Не хочу. Все. Перетерпят. Ты там побудь. Видишь, у тебя щенков нет, я могу руку засунуть. Ладно, завтра сделаю. Тут вообще по-хорошему много чего переделал бы. Например. Вообще тут можно три вольера сделать. Раз вольер, два, три. Вот так загородить. Но нам так не пойдет. Можно, знаете, как они. Можно вот так загородить. Сделать. А там маленький, а здесь прям большой. Или наоборот, здесь вот загородить. А лучше там загородить, где и было. Короче, все, я пошел.